Похоже, скоро отечественный шоу-бизнес рискует потерять Алексея Воробьева. Зато есть вероятность обрести мировую знаменитость из России – Алекса Спэрроу. Поклонники американского сериала Unreal обнаружили в трейлере третьего сезона нашего Лешу. Для роли звезды мирового балета артисту пришлось за 2 недели похудеть аж на 7 килограммов. Это сериал про шоу «Холостяк». Да. Про весь бэкстейдж, как продюсеры создают конфликты, как психологи работают с людьми, которые там настоящие. Вот это все происходит, и там это все показывается. Этим американские успехи Воробьева не ограничились. Нарушив главное правило, все актеры участвуют только в одном сезоне, продюсеры сериала продлили контракт с русской знаменитостью еще и на 4-й сезон. Именно поэтому, кстати, Воробьев стал совсем блондином.